Сверх, ты знаешь, я тоже Sony Universe. Ой, Sony. На Sony Матвей, как всегда, обычно с компанией. Один красавчик очень крутую обувь носит тут, да? Вот. А вот это последствия ФЗМ. Не видно было, да, давай еще раз. Еще раз. Даже не чувствую. Ладно. А Серго настолько лох, что он даже в поезде едет, заряжает телефон. Да, круто. Это первый раз, когда я поезд заряжаю. Да, конечно. Я тебя умоляю. Ну ладно, еще сегодня. И что нам это надо будет Артему скидывать, да? Наверное, но я ближе, конечно, мы без дня. Нет, чувак, есть... выходить надо, выходить. Все, я закрываю. В магазин даже нельзя. Давай, я себе подсниму. Артем, ты там тоже добавь что-нибудь, чтобы там в Санкт-Петербурге происходит. Здесь все норм. И здесь все норм. И тут тоже. Там Санька фристайл добавь. Будет хорошо. Вы покинули Мать Россию красиво, но, сука, ты пошел нахуй, долбоеб, ты мессива. Ты съебался в Германию жить красиво, но ты долбоеб и сосешь там красиво. У тебя охуенная кофточка и шортики, слава это здесь на тебя не порти. ВДХа заходит, и я жгу. ВДХа уходит, а я жгу. Хорошечно. Невозможно сделать. О, смотрите, женщины идут наши. Женщины и дети в одном лице. Йоу, смотри, какой дождик. Йоу, блин, вчера купались, там хорошая погода была. Везде, короче, блин, это немецкий разговор, это раздражает. Как будто бы они это замышляют что-то. Что? Как будто, да, мы в Германии находимся какой-то. Когда диссер Шуршуля? Диссер Шуршуля, когда из Лашкина пишет. Я-то текст давно написал. Я так ты вот сейчас зачитай. Давай хотя бы две строчки. Две нет, строчки, нет, типа, знаешь... Нет, нахуй, Слава. Да, в смысле? Блин, хотя бы две строчки зачитай, чтобы, типа, привлечь. Это будет сюрприз. Блин. А так Шершень увидит и знает наш... К чему... Чувак, все нормальные рэперы в этот делают, как называется, флипы или... Нет, не флипы, блядь. Я забыл, как дерьмо называется. Я буду флипать. Все, короче, Серго официально теперь не в ТДК. Йоу, смотри, какая вода. Это кто такой, чтобы решать? Короче. Нахер, давай. Давай. Теперь Серго, короче, официально не в ТДК. Так что ты такой, чтобы это решать? Серго шел, то есть никто. Ты текст написал, я единственный из вас написал текст. Еще Вася. Мы, я и вот этот человек, и еще один человечек в Петербурге, мы создали канал ТДК Шоу. Это вы просто там... Ваш первый скетч был о том, как вы пародируете наш скетч. Я тебе говорю, что я единственный, и Вас только написал текст. И Вас, что? Ты написал и текст? Что? И что? Написал. Я написал текст давно. А почему же я об этом никто не знает еще? Потому что... Потому что я жду подходящего. Ну, знаешь, сейчас скажешь, будут это шопошника. Это просто какой-то жесть. Наверное, немецкий булоком елся, а теперь все. Может, наглотался? Может, ты наглотался немецкий сосисок. Немецкий сардерик, да, там вечеринки очередные. В общем, погода тут так себе. Дождик, но это только сегодня. Вчера было замечательно. Я думаю, влог на этом не кончается, и следующий кадр будет, как мы в городе тусуем. Перед кадром, как мы тусуем в городе, как просто вот так вот. Короче, мы уже немного забыли снять вложек из города, поэтому все уже идут уставшие, как всегда, в своих телефончиках, как всегда, в этих наушничках. Как приедем домой, там что-нибудь еще прикольного снимем. Как вы видите, дождик уже прошел, погода отличная. Короче, мы сейчас просто минут 10 стояли, пытались разобраться с их системой, там метро, еще пересекается со всякими этими электричками междугородними, короче, у них это все в одной этой, короче, вот,
Я прошарил. Слава прошарил, потому это что... Это долго я бы не прошарил. Я несколько часов просто не мог домой приехать. Соси хуй. Вот, короче, карта, собственно, метро. Вот, типа. И, типа, вообще, ну, такое. Вот это междугороднее, это какие-то... Типа, я живу где-то вот здесь вот, и мне надо вот отсюда... Недавно мне было, надо было отсюда попасть вот сюда. И, типа, ну, это было достаточно, ну, непросто. Чем ты скажешь по поводу сегодняшнего дня? А, это охуенно. Мы провели в сумме 4 часа в электричке ради какой-то не очень интересной штуки. Мы в какой-то другой город поехали, он вообще маленький, там чуть не особо что было классно. Просто гуляли, искали эти китайскую хуйню, но не нашли. Вообще. В итоге похавали собой. Ну, собственно, вот так. Мотя, ты придумал диссон Шишулю? Да, я первые 4 стиша придумал. Зачитай 2 строчки буквально. Слушай, ты Шишуля, ты не Кама Пуля. Ну, там рифма как бы. А, это и есть 2 строчки, да? Да. А, то есть... Там рифма дальше идет. Охуенно. Ну что, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро новые влоги. Не. Да. Ставь лайк, и я дам ему леща. Ты долбоеб или не поставит лайк теперь? Ставьте лайк. Нет, это я себе поставил. Теперь, если вы поставите, он мне даст. Я дам ему леща, попрошу. Ну, в общем, да, типа, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, там, делайте репосты. Идите вот это вот, в эту, в жопу ему давайте тоже туда, там, да, все делайте, да. Всем пока.